Сообщение последних минут. Сделан важный шаг в урегулировании украинского кризиса. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал договор об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Об этом агентство РИА Новости сообщила его пресс-служба. И с минуты на минуту ожидается, что подпись под документом поставит и глава самопровозглашенной Луганской Республики. Договор парафировали, то есть предварительно утвердили накануне по итогам встречи контактной группы в Минске. Этому, напомню, предшествовали трудные переговоры. Несколько месяцев стороны при посредничестве ОБСЕ и России пытались согласовать детали, но все срывалось из-за позиции Киева. Ополченцы тогда начали отвод в одностороннем порядке, вот теперь объявлено о долгожданном дипломатическом прорыве. Документ вступает в силу с момента его подписания лидерами ДНР и ЛНР. Суть соглашения такова. Отвод техники начнется после того, как миссия ОБСЕ подтвердит соблюдение перемирия. На это отводятся 2 дня. Затем стороны начнут убирать вооружение поэтапно. В первую очередь танки, потом артиллерию и минометы. Сначала в Луганской области, затем вдоль всей линии соприкосновения. Весь процесс, как сказано, займет около 1,5 месяцев.